Всем привет, с вами Тодди, и это вторая часть прохождения Bioshock Remastered. Погнали. Я уже не помню, что было в предыдущей серии, так что придется вспоминать по ходу. Так, по стрелочке. Хорошо. Бинты. Отлично. Еще бинты. Что они тут делают? Всех своих пациентов запитываешь гранатами. Блин, дед, как бы это... Припасов нет. Это нормально то, что у меня... Постоянно ХП остается на единичке. То есть я просматривал предыдущую серию и заметил то, что такое было постоянно. Не знаю, как это работает. Так. Я туда скоро отправлюсь. С мистером Фабблсом. Спасибо, мистер Би. Я готова видеть сны, мистер Фабблс. Что там происходит? Так, это не то, что хотел сделать. Так, во-первых, нам надо телекинез. Фиги, что сорвалось? А, кто-то гранату кинул? Так, хорошо. Контрабандисты друзья поразили. Важно доносить на контрабандистов. Перекидывает. Помогите мне вот с этим пациентом. С каким? Они убегают! Ловите скорей! Мистер, ты что, совсем идиот? Что же ты делаешь, дегенерат? Ты что? Разве не хочется побыстрее вылечиться? Да, ну наверное, не таким способом. Что нам надо сделать? А, не идея. Давай, кидай гранату. Кидай. Мистер. Человек вечно совершает ошибки. Мистер. Могу просто убрать. Прием, дебил. Ты будешь что-то делать сегодня? Кидай. Опа. Отлично. Здрасте. Он спрыгнул? Ты что? А, ты труп. Ты давай тише там, ладно? Сегодня я обедал с богиней. Штайнман сказал это. Я здесь, чтобы освободить вас от тирании и пошлости. Я здесь, чтобы показать вам новую красоту. Я спросил ее, о чем ты, богиня? Симметрия, мой дорогой Штайнман. Пора что-то сделать с симметрией. Это что? Так, это не то, что я хотел сделать. Я могу закрыть и закинуть его туда. Все, отлично. Это что? А, новый боевой тоник. Уходи отсюда.
Да, закрыто, я так понимаю. Там камера. А, можно было поджечь. Здесь, я так понимаю, много способов, чтобы расправиться с врагом. Хорошо. Так, надо сейчас быстренько. Могу закрутить. Мог, но... Ого, крабик. Краби. Он мертвый, что ли? Жаль. Блин, сколько всего дают. Что это? Начать взлом. Нет, 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 нет. Блин, ну все. Я все сломал, как обычно. Так надо. Ведь кровяшка везде. Сферненько, так сказать. Ой. Что такое? Что такое, дружище? Теперь ты мертв. Ты в порядке? Давно пора было кому-нибудь разделаться с этим психом. Не забудь взять у Штайнмана ключ перед тем, как направиться к аварийному выходу. А я пока сам втихую доберусь до порта Нептун. Скоро мы будем там. Фигово у него тут. Его можно было еще и в воду заманить. Да, в этой игре действительно много вариантов расправы с врагами. Очень нравится. То есть вы просто думаете, здесь везде расставлены баллоны, а здесь есть вода снизу. Здесь есть огонь. Ну, в смысле, топливо разлитое. И можно еще просто в рукопашку его забить. Либо с оружием. Это просто невероятно. Так, а нам куда? Аптечка есть. Сейф еще один. Вот. Ты можешь здесь все коротит. Так, ладно. Я вроде бы все обыскал. Все, что можно было. Знаете.
Здесь играла раньше эта музыка? Вроде бы нет. Я понимаю то, что их всех можно убить электричеством, но... Это же не весело. Ой. Что случилось? Произошло. Ты воды попьешь же? Бесишь? Ну прекрати уже. Бесишь. Открывай. Черт. Добро пожаловать в Восток. Самую быстро растущую помойку на свете. Да что происходит-то? Почему нас кроют? Вот и малышка. Твой шанс получить немного Адама. Так. Успокойтесь, доктор. Ему просто нужно немного Адама. Я не позволю ему навредить моим малышкам. Все в порядке, парень. Это не ребенок. Уже нет. Доктор Тененбаум позаботилась об этом. Не причиняйте ей вреда. У вас что, нет сердца? Славная проповедь из уст упыря, который сам же этих тварей и сотворил. Взяли милых маленьких девочек и превратили их в это. Послушай меня, парень, тебе не выжить без Адама, который производят эти создания. Ты что, готов променять свою жизнь и жизнь моей жены и ребенка на этих монстров, Тененбаум? Вот. Есть другой способ. Используйте это. Избавьте их от мучений. Я вас отблагодарю, так или иначе. Ну, раз ты выдаешь мне альтернативу, я не буду ее убивать. Без проблем. Главное, дайте мне здесь немного полутать. Пульч. Да я, это я. Определитесь. Можешь, пожалуйста, отойти здесь немного? Я тут опустошить, спасти. Спасти, допустим. Нет. Че я... Что я сделал? Собран... Спасибо. Их можно исцелять? Ого. Путь праведных не всегда прост, верно? Но со временем награда появится. Прояви терпение. Пора спать, мистер Бин. Тененбаум тебя дурачит. Может, эти твари на вид и выглядят, как маленькие девочки, но внешность обманчива. А без Адама тебе не выжить. Если тебе на пути попадется одна из машин сборщиков, не забудь взять себе еще плазмидов. Конечно, если цена не покажется слишком высокой. Просто производят Адам. Они еще и практически неуязвимы. Поврежденные ткани они регенерируют с помощью стволовых модификаций мертвых клеток. Но их взаимоотношения с личинками-имплантатами основаны на симбиозе. Если убрать личинку, хозяин погибнет. Это, в общем, не убийство, говорит Тененбаум. Это скорее как отключить смертельно больного от системы жизнеобеспечения. А сколько у меня валюты? Как посмотреть?
А, у меня 80. Понял. Я не знаю, что взять. Можно, конечно, взять ярость и укрепленная броня. И еще хватит на его канал. Либо можно взять что-то из этого. Не знаю. Ну, допустим, улучшение здоровья. Отлично. Так, мусорный бак. Можно обыскать, пожалуйста? Нельзя. Ладно. Контейнер. Здесь все протекает, алло. Не здесь было, я точно помню вот эту надпись. В порядке? Умер. Так. Телекинез. Закройте дверь быстрее! Способа добраться до сестричек и их Адама. Они сейчас серьезно? Мне нужно убить вот это? Хорошо, давайте приступим. Нет, но сначала, разумеется, надо сохранить. Потому что, ну... Он же какой-то лютый. Где он? Главное, неожиданность. Тише ты. Идет. Шагает такой, шагает. Шагает. Вон, вон в бур. Мистер Би, давайте поговорим, что происходит. Мистер Би, преградите. Мистер Би, нужно держать себя в руках. Мистер Би. Три пехотные патроны. Ух ты ж, нифига ты, мистер Би. Мистер Би. Предлагаю вам остановиться немного. Мистер Би. Да не особо, знаешь ли. Это было нифигово. Мистер Бабблс, прекратите это дело. А.
Так, ты. Нет. В смысле нет? В смысле нет? Ну, я так понял, нам в любом случае спасибо. Будут давать Адам. Спасибо за помощь. Только это было, кстати говоря, довольно неплохо. То есть битва была супер динамичной. Хотя то, что он постоянно дает разбег, это очень странно. Еще более странно то, что я не взял магию никакую. Надо перезарядиться на всякий случай. Отлично. Труп. Ты что, почти вернулся к аварийному выходу? Пройди в него как можно скорее. Райан тебя уже засек. Ты не услышишь, как он подберется ближе. А когда заметишь, будет слишком поздно. Что такое? Кто? Да ты... Прекрати это дело. А я кто? А ну сюда. Мне бы... Хилочек? Там был магазин. Я думаю, нам стоит его посетить. Это патроны пить все деньги. Аварийный выход, нам нужно. Да, мы же тут это. Сигнализация отключена. Благодарим за терпение. Не знаю, как тебе это удалось, но ты это сделал. Да я молодец. Добро пожаловать в порт Нептун. Жду не дождусь, когда смогу пожать тебе руку. Угу. Опять надо залезть в патисферу. И выбрать пункт назначения. Дары Нептуна. Такой крабик. Метро Восторга. Дары Нептуна. Откуда эти звуки? Ну вот вы и имели удовольствие познакомиться с Эндрю Райном. Это он построил этот город, и он же его и разрушает. Никто точно не знает, что произошло. Может, он сошел с ума? Может, власть ударила в голову? Может, просто решил, что не любит людей? Как ни крути, но погибло много хорошего народа. Моя семья прячется на подводной лодке у рыбзавода Фонтейна. Там мы с тобой и встретимся. Что происходит? Здесь уже какая-то другая вариация этих, я не знаю, что это, роботы, наверное.
Здравствуй. Куда ты делась? Ну вернись. Или не надо. Лучше не надо. Но дни летят словно ветер. Тихо ты. Так вы прекращайте это дело, ладно? Там, блин, мистер Баббл с автоматом. Просто не знаю, как это комментировать. Мистер Баббл с автоматом. Приют маленький стричок. В тревожные времена дайте вашей девочке ту жизнь. Бесплатно пенсион. Офигеть. А, не могу. Чтоб ты сдох. Ой. Прекращай. Офигеть, здесь всего нового появилось, конечно. Увеличивает урон гаечного ключа. Уменьшает силу тока при взломе. Сложность. Ого. Так, ты useless, по сути. Еще любой физурон. Подождите. Вот это, кстати говоря, было в предыдущем таком автомате. Это, ну, очень годная вещь, наверное. Вот это очень годная штука, и мне она очень нужна, но. Я возьму вот это. И все, наверное. Так, это не то. Только так. Отлично. А куда нам? Сюда.
Ну, я хочу посмотреть, что есть внизу. Замок. Темное братство. Можно попробовать взломать. Не, я передумал. Посмотрим на сложность. Уходите. Я готова видеть сны, мистер Би. Я готова видеть сны, мистер Би. Я готова видеть сны, мистер Би. От хвоста до головы. А если не найдем барашка? Я чувствую всех этих ангелов. Они танцуют. Не знал, что она сюда может прийти. И немного подофигел. Хотя их, в принципе, можно убить. В принципе. То есть в этом будет смысл. Потому что мы залутаем их. Но. У меня супер мало аптечек. Может осуждать женщину, пожелавшую разнообразия. Действительно. А затем однажды джентльмены перестали приходить. Твои проблемы? Что это? Вход на рыбозавод. Идем. Атлас предупредил нас по рации. Он говорит, ты ищешь проход на рыбозавод. Так Сим и есть. Сказал, но если сможешь добраться до кабинета причального мастера и добыть старому персику фотосканер, может, я и сооружу тебе пропуск. Ты издеваешься, да? Что это было? Друг мой, тебе конец? В смысле? Мысли не конец. Моя роза. О, верните мне ее. Верните. Знаете, на что это похоже? На... Не помню название игры. Оно связано с демонами. Или этим. Это был шутер, точно помню. С этим тебе не справиться. Погляди на ленте конвейера, вон, и найдешь себе в помощь, чтобы остаться в живых. А теперь бери фотосканер и снимай тех, что на потолке. Потом я пропущу тебя на рыбное хозяйство. Запомни, сынок, если я хоть чуть-чуть кто тебя несет фонтейном, я тебя закопаю. Атлас за тебя поручился, но я перед ним на вытяжку стоять не собираюсь. Хорошо.
Все это знают. Он в земле уже пару месяцев как. А эти все вздрагивают от его тени. Черт, даже Райан. Ну ладно, проехали. У нас полно работы. Здравствуйте, мистер Бабблс. Не хотите поговорить о господе нашем лорде Ктулху? Мистер Би? Hello. Здравствуйте. Привет. Бабблс, прекратите это делать немедленно. Мне же больно, мистер Бабблс. Офигеть. Что же тут происходит? Вон он, мать. Ну, сдохни. Так, мистер Бабблс. Здравствуйте. Отлично. Мистер Бабблс. Вот. Прости, девочка, но... придется тебя исцелить. Теперь я могу купить ещё кое-что. Но действительно ли ты наш друг? Но все равно малышки несут тебе подарок, чтобы показать, как мы это ценим. Они несут мне огромного мистера Бабблса, который больше этих всех убьет меня наконец. В плюшевых мишках. Я еще не был косым. Было бы неплохо. Можно набрать, чтобы это не было? Так. Ого. Это халява такая. Револьвер. Доллар. Только не трогайте ее. Как это говорит? Отлично. Пойдет. Знаю, что ты задумал. Офигеть. Ты что такой жирный-то? Спасибо вам, мистер. Спасибо, что нас спасли. Не за что. О, блин, это рыба. Вы нашли первую награду. Вы мне сейчас выдали. Офигеть. Офигеть. Так, это не то, что я хотел сделать, но... вау. Просто вдумайтесь, мне выдали гипноз мистера Бабблса. Кулич. А,
ваншот. Ящик. Стоп, она вон туда. Что это? Револьвер. Это мина, я так понимаю. Видимо. Ну вот сюда. Хорошо. Ну, труп. И виски. Аптечка в текстурах. Идеально. Кого? Дебил. Что здесь? Что здесь? Вот что здесь. Как это подобрать? Как мне можно это подобрать? Да откуда же вы беретесь? Что же мне с вами делать? Как скажешь. А, вот все. Осваивал генный рынок и последовательности нуклеотидов. Восторг меняется у меня на глазах. Великая цепь отодвигается все дальше. Возможно, пора наконец потянуть за нее. Как это было? Конечно, извините. По-моему, вам придется прийти на устремление. Примерно так, да. Что-то. Не сжигание, вот сжигание. Да стой ты! Стой же ты! Куда ты убежал? Вернись. Да ты... Сейчас, погоди. Сейчас мы с тобой еще не договорили. Ну вообще плевать что ли на огонь? А нет. Хотя да, им плевать на огонь. То есть что, горит челюк, что нет, ему вообще пофиг. Ящик с рыбой. И так бывает. Ну сюда очевидно. Что это? Не реагирующий на движение. Для миномета, я так понимаю. Гранатомета, точнее. Я не знаю, как, что это. Ну, я вижу то, что сделан он довольно колхозно. Мне нравится. Здрасте. Мистер Би?
предлагаю вам расправиться с ними, мистер Ди. Мы ведь друзья теперь, да? Это временная штука или нет? Надо следить за тобой, мистер Би. А где она? Да, она убежала. Ого. Отлично. Где она? Куда она убежала? Кстати, кстати, эти штуки ведь похожи на... Мы не знаем, что случилось с тобой. Люди Райна забрали тебя и сказали, что ты им нужна для спасения Восторга. Как может ребенок спасти целый город? Но я вижу, как эти девочки выползают из проемов. И могу думать лишь о том, что, возможно, однажды и ты вылезешь из вентиляции, как они, и обнаружишь это письмо. Мы ищем тебя. То приходи к нам сама. Комната 7 у Макдонага. Код на двери 7533. Эти штуки похожи на споры Half-Life. И, блин, мне нравится. К сожалению, они временные. Какому, на сожалению. Ну что, просто представьте, что за вами всю игру, то есть с вами всю игру будет бегать такая вот штука. Кому? Только меня напрягает то, что эта штука может закончиться в любой момент. Что это, панель по причине робота? Сломать надо или нет? С этим Фонтейном лучше присматривать. Раньше он был просто мерзавцем, которого надо было судить и повесить. Но только так выходит, что свидетелей никогда не найти. Он самый опасный тип из всей шайки. Потому что с мозгами... Началось. Мистер Паблс. Он уже мигает. Все уходит. Давай, давай, топай. Топай отсюда. Я медленно, медленно уйду. Ты позволишь мне сделать это, мистер Бабблс? Так, берем электроразряд, да? Тихо-то. Отлично. То, что я хотел сделать, но я нашел здесь лут. Иди нафиг. Тупая камера. Фотосканер выглядит вот так. Посмотри наверху. Тревога. Если она есть тревога. Короче, понял, надо уничтожать все эти камеры.
Куда же вы беретесь, а? Половину патронов бы на них истратил. И дофига хилок. Прекрати. Что за выключатель? А. Все, я понял. Я понял, как это работает. Офигеть их тут. Просто офигеть. Там еще камера. Здесь можно пролезть? Да, можно. Библии. Блин, ну я сильно затупил, конечно. Иисус любит меня, так сказано в Библии. Дети его слабы, но сила его велика. Ты раздобыл камеру. Иисус отлично. А теперь меня. Давай пощелкаем этих мутантов-пауков. И не возвращайся, пока не закончишь. Мутант-паук. Урон увеличен. Плохо. Сказано в Библии. Да открой же. Так, ты спокойней, спокойней. Давай. Убежал. Так, получается, фотоаппарат у нас вот здесь теперь будет. Ладно. У нас две хилки. Думаю, с этим можно прожить немного. Что происходит вообще? Нафиг. Тебе меня не обмануть. А ты кто? Опа, халявный лут. Мерзкая ты тварь. Больше не работаешь. Ок. Маркер безопасности. Ого. Это такое? Ты это не получишь! Я заслужил это! Заслужил! Что? Дробовик. А, блин. Ты в порядке, дружище? На кофте. Я только сейчас это заметил. Что здесь? Блин. Понял. А что это? Можно это взять?
Да и... не знаю, что это. То есть, как я понял, какой-то рыбак нашел моллюска, благодаря которому у него начала двигаться кисть, вроде бы, и он залутал. Он залутал несколько этих кальмаров. Привез домой, и они с женой обнаружили их целебное свойство. Вот так и получился Адам, как я понимаю. Блин, тут крабики, кайфовые крабики. Тоже. Так, ну, этого достаточно. Так, прекращай, прекращай. Хорошо. Только и тебе придется от меня не убегать. Все, орган мутанта-паука. Отлично. Доллар забираю. Мою. И это тоже мое. Мина. Отлично. Так, ну, я думаю, на этой ноте стоит закончить серию. И вообще-то, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки.
подписывайтесь на мой Twitch. Пока.